Серьезные задачи обсудили сегодня делегаты очередного съезда Чувашского национального конгресса. Для участников съезда каждая подобная встреча как праздник. Живущие в разных регионах России, наши земляки всегда рады хоть ненадолго вернуться на родную землю. Посмотреть, чем живет республика, как развивается, подумать, в чем надо объединить свои усилия. Общественные организации в статусе землячества автономно-культурных центров созданы везде, где компактно проживают чуваши. Поэтому так важен вопрос их взаимодействия. Со времени избрания нового состава руководства ЧНК прошло 8 месяцев, и в сегодняшней повестке дня обсуждение проекта нового устава Конгресса и учреждение отличительного знака – медали за заслуги перед чувашским народом.